вы помните старинную пословицу? По одежке встречают, по уму провожают. Ее современная интерпретация в образовании должна звучать так. Потому как ваш ребенок говорит, по его развитой или неразвитой речи его и встречают, и обучают. Вы замечали, как изменились дошкольники в сравнении с дошкольниками 20-летней давности? Как изменился предметный мир окружающих наших детей? Как изменилась социальная и языковая среда, в которой сегодня происходит развитие их речи? Мы не можем изменить социальную действительность, но в наших силах выработать особую стратегию развития и обучения, подходящую именно для современных детей. В творческой лаборатории «Как научить ребенка слушать, наблюдать и рассказывать» на 4 онлайн-занятиях мы обсудим, какой сегодня должна быть методика развития речи у современных детей. Вместе с авторами, методистами и экспертами в области дошкольного образования мы разберем новейшие технологии индивидуальной работы как с одним ребенком, так и приемы организации занятий с целой группой детей. В режиме практических занятий лаборатории мы пошагово разберем технологию развития речи детей в дошкольный период. На занятиях творческой лаборатории вы научитесь использовать современные технологии развития речи дошкольников в своей педагогической практике. Вы научитесь подбирать и адаптировать технологические приемы развития речи под каждого конкретного ребенка. Вы научитесь тому, как конструировать каждый отдельный этап работы с одним ребенком или с группой дошкольников. Для того, чтобы стать участником лаборатории, нужно приобрести комплект пособий по развитию речи, состоящий из 3 книг для работы взрослых с детьми. Эти пособия лежат в основе каждого занятия лаборатории и позволяют разбирать и осваивать современную технологию развития речи на конкретных примерах. Заходите в официальный интернет-магазин нашего издательства, приобретайте комплект пособий по развитию речи для участников лаборатории и приходите на занятия. Каждый участник лаборатории в первый день занятий получит полный персональный доступ к образовательному порталу 5+, на все время работы в лаборатории. Доступ 5+, это возможность использовать более 2000 интерактивных заданий по развитию речи дошкольников. Благодаря технологиям совместного использования печатных книг и интерактивных заданий вы сможете выработать особую педагогическую стратегию, близкую и доступную современному ребенку. Так как мы знаем, что в современном мире, потому как наш ребенок говорит, его и встречают, и обучают. Ждем вас в творческой лаборатории, как научить каждого ребенка слушать, наблюдать и рассказывать.